Сегодня мы с папой будем печь очень вкусный ореховый кулич. Нам понадобится мука, яйца, вода, сахар, дрожжи, растительное масло, соль, сушеная клюква, куркума, орехи и ванилин. В форму для хлеба кладем все ингредиенты, кроме сушеной клюквы и орехов, которые добавим позднее. Включаем хлебопечку. Когда тесто как следует вымесилось, добавляем клюкву, фундук и грецкие орехи. Кулич готов. Пока он остывает, готовим глазурь. Нам будет нужен один белок, сахарная пудра, миндаль, кешью, кедровые орешки, а также кумкват. Взбиваем 4-5 минут белок с сахарной пудрой. Наносим на кулич и начинаем украшать. Готово! Приятного аппетита! Очень-очень вкусная.